Варшава готова вести переговоры с Киевом по поводу эмбарго на импорт зерна, но для этого Украина должна отозвать жалобу, направленную во Всемирную торговую организацию. Украина обратилась в ВТО после того, как Евросоюз отменил эмбарго на поставки украинского зерна в 5 европейских стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке сохранили эту меру, чтобы не навредить своим сельхозпроизводителям. Вопрос был поднят во время визита министра иностранных дел Польши Збигнева Рау в Нью-Йорк, где проходит 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Рау заверил, что политика Варшавы в отношении Украины не изменится. То же самое сказал и президент Польши Анджей Дуда, пообещав продолжать оказывать поддержку Киеву. Вместе с тем Дуда подчеркнул, что правительство должно защищать и своих фермеров.